Дома в Сарафово очень разноплановые. И вот такие. Улица вот такая. И вот такие домики. Улицы узкие, дороги, как видите, не очень. Ну, Сарафово — это отдаленный район Бургаса, поэтому особо здесь на дороге никто не обращает внимания. Вот такие домики. Вот в этом крайнем красном доме я сейчас живу. Здесь вот находится кафе, бар и пиццерия. Очень такое милое заведение, в котором я однажды была, когда только приехала. А вот посмотрите, какая растительность. Вечно зеленые. Здесь очень много хвойных болгарий, на что я обратила внимание. Ну вот вечно зеленые растения и кустарники. И вот такие даже. Видите, какие растения интересные. Иду вдоль бара. Он очень такой красивый. А наверху здесь находится отель. Вот так красиво. Такие деревья. Около этого заведения. Вот такие пальмы здесь. Вечно зеленые растения, ну и, конечно же, хвойные. И вот такие разноплановые дома. Вот такой красивый дом. Прямо напротив дома, где я живу. Такой вот тоже домик интересный. И вот такой домик. Конечно, сейчас зима. Очень холодно. И растения только вечно зеленые растут. Вот посмотрите, как интересно отделаны гаражи. Один гараж от другого отделяет кустарники. Все, конечно, ухожено. Все зависит от того, какой председатель в доме. Видите, здесь вот все очень и очень хорошо ухожено. А вот этот дом рядом с домом, в котором я живу. Вот впереди тоже очень такой интересный домик. Дороги, конечно, не очень. А вот посмотрите, вдалеке, прямо совсем-совсем рядом, приближаю, море. Это море прямо в шаговой доступности от дома, в котором я живу. Вот в этом доме я сейчас живу. Такой домик. И вот оно, море. Вот так в Сарафово все близко и рядом. Но Сарафово — это отдаленный район от города, поэтому здесь мало магазинов. По ценам здесь тоже все отличается от городских, так как все-таки удаленность от города влияет, и нет больших супермаркетов здесь, но зато есть много мелких таких магазинчиков. В Сарафово все рассчитано для туристов и на туристов.